Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» продолжает готовиться к пятничному концерту. На этот раз за пультом приглашенный из Майкопа дирижер Григорий Михайлов. Он заслуженный артист Адыгеи. Конечно, сочинскому зрителю, хорошо знакомому с работой оркестра, привычнее видеть за пультом Вячеслава Абрашкина, создателя коллектива «Русский сувенир». Кстати, он по сей день остается его художественным руководителем, несмотря на то, что будет реже появляться на сцене. Что касается Георгия Михайлова, у него уже есть опыт работы с «Русским сувениром». Это был совместный концерт «Новогоднее настроение». Сочетается в прекрасной пропорции опыт и молодость, задор, потому что вот умудренные опытом музыканты, они передают свое мастерство знаниям молодым, у которых горят глаза, они только закончили консерваторию. И вот это прекрасное сочетание, оно и дает такие результаты. В пятницу в зале органа и камерной музыки оркестр народных инструментов даст концерт «Парад солистов». Новый дирижер отмечает, что не каждый коллектив может похвастаться таким количеством виртуозных музыкантов, готовых выступить в качестве солистов. Один из них – новый баянист, также гость из Майкопа Дмитрий Гордиенко.